8 ноября на заседании в приемной Общественного совета при УМВД России по Смоленской области подвели итоги участия во всероссийской акции «Гражданский мониторинг». Ее цель – укрепить партнерские отношения между общественностью и правоохранительными органами. Акция длилась с апреля по ноябрь. За это время представители Общественного совета при УМВД проверили работу территориальных органов внутренних дел. Среди инспектируемых подразделений был и отдел МВД России по городу Десногорску. Мы проверили доступность посещения территориальных органов для маломобильных граждан, чтобы работали кнопки вызова, чтобы где нет кнопок вызова были пандусы. Мы проверили изоляторы временного содержания. Жалоб не поступило от тех, кто был задержан. Изоляторы имеют вентиляцию, в изоляторе питание есть. То есть все, что необходимо для человека. Общественный совет обращал внимание на условия работы сотрудников правоохранительных органов. Были проверены служебные кабинеты участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекции. Пристальное внимание оказывалось работе подразделений по вопросам миграции и по линии регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД. Участвовали при сдаче экзаменов теми, кто получает права на вождение автотранспорта. Посмотрели отношение инструкторов к экзаменуемым. В общем-то, тоже замечаний не было. Прекрасно все организовано. Часть выявленных недостатков были устранены на месте. Также Общественный совет подготовил ряд предложений для решения остальных недочетов.